Салах. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Гол! Как вам такое? Быстрый гол получается забить, и это очень весомое преимущество на старте. Отличная возможность забить и упрочить лидерство. И забивает он с пенальти. Хорошая атака может тут получиться. И мяч в воротах. На табло уже плюс 3. Одна команда явно сильнее другой. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. И вот момент. В ворота мяч все-таки попадает. Отличные оборонительные действия. Бей же, наконец. Гол. Вот это стремление к победе. Это Алексис Макалистер. Можно бить. Гол. Защитники не помогли своему голкиперу. Край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. И вот момент. В ворота мяч все-таки попадает. Отличные оборонительные действия. Бей же, наконец. Гол. Вот это стремление к победе. Это Алексис Макалистер. Можно бить. Гол. Защитники не помогли своему голкиперу. Держит мяч. Мячом Жота. Можно бить. Здорово играет Ливерпуль в атаке. И до двух мячей они разницу в счете увеличивают. Сегодня он один из самых полезных игроков на поле, забивает во второй раз. Хорошо идет вперед, все ближе к воротам. И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Отлично.